Здравствуйте! Это небольшое видео о том, как вязать, если вы видите вот такой значок. Этот значок из восточного журнала, он обозначает, что при вязании спицами из одной петли нам нужно получить 3. И сейчас я покажу, как это делается. Итак, мы вяжем какое-то полотно. И нам нужно из одной петли связать сразу 3 петли. Сейчас я немножко провяжу. Вот петля. Мы вводим спицу в эту петлю и провязываем одну лицевую петлю. Дальше делаем накид. И в эту же самую петлю вводим спицу и провязываем еще одну лицевую петлю. Смотрим. У нас одна петля, и получилось 3 новые петли. Сбрасываем со спицы. Вот у нас была одна петля, теперь 3. Еще раз. Петля. Вводим спицу в петлю, провязываем одну лицевую. Дальше. Делаем накид, не сбрасывая с этой с левой спицы провязанную петлю. У нас одна петля и один накид. И снова провязываем лицевую петлю в ту же самую петлю левой спицы. Провязали. 3 петли образовалось. Сбрасываем с левой спицы эту петлю, из которой мы вывязали 3. И вяжем дальше. Вот так просто это делается. В следующем ряду эти петли нужно провязывать так, как они выглядят. Если у нас здесь лицевые петли, значит, чтобы получить лицевые петли на лицевой стороне, с обратной стороны нам нужно провязать изнаночные и накиды в том числе. Вот и все. Спасибо за внимание. До встречи на новых уроках.